Бэби-бум не прекращается. Экономическая и социальная обстановка в нашей стране дает возможность рожать детей. И это здорово. Многие готовы похвастаться не одним малышом в семье. Те же, кто ждет первенца, теперь могут рассчитывать на дополнительную поддержку государства. В начале этого года вступил в силу новый закон о ежемесячной выплате при рождении или усыновлении первого ребенка. Она положена любой женщине, родившей первенца в 2018 году и в последующих годах, которые соответствуют требованиям, которые изложены в этом порядке. Если женщина оформила выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет по месту работы, это никак не мешает ей оформить эту выплату. Нет такого условия, что если она где-то что-то еще получает по другим основаниям, значит, эта выплата ей будет не положена. Необходимо, чтобы женщина и ее новорожденный малыш были гражданами Российской Федерации и здесь же проживали. Обращения оформляются в соцзащите или многофункциональном центре. При себе иметь паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка и справку о доходах семьи за 12 месяцев до момента обращения. Важное условие – право на эти средства имеет только мама, а в случае ее гибели – отец или опекун. Это очень нужно, конечно, потому что лишние деньги никогда не бывают. Тем более сейчас, когда все достаточно дорого, то, конечно, это большой плюс. Всегда найдутся категория людей, которым это пригодится. Конечно, многие хотели бы там условия, может быть, помягче, чтобы больше кто мог претендовать на эти выплаты. Ну, что поделаешь, ну, вот такая программа. Да, программа действительно имеет один нюанс. Выплата положена, если средний доход на одного члена семьи не превышает чуть более 19,5 тысяч рублей. Подать обращение рекомендуется в первые 6 месяцев после рождения ребенка. Тогда вам отдадут все деньги со дня появления на свет малыша. Если же оформите выплату позже, средства начнете получать с момента обращения. Ежемесячная выплата составляет 11 522 рубля. При рождении первого, мне кажется, особенно много тратить средств, потому что ничего нет, все нужно. Коляска, кроватка, вещи для ребенка. На каждый месяц он растет, там с цифрой, мне кажется, легче, потому что все уже осталось. Выплата назначается на 1 год, затем ее необходимо продлить до достижения ребенком 1,5-годового возраста. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.